научат жить и общаться. В одном из ивановских детских центров начались уникальные занятия по адаптации для малышей с особенностями развития. Новая методика отличается тем, что ребят учат в первую очередь контактировать друг с другом, понимать окружающих и не бояться общения. Это очень хорошая подготовка для особенных деток к детскому садику и к дальнейшей школе, потому что им сложно адаптироваться в коллективе, и это вот одно из такое направлений нашей работы. Дети занимаются в небольших группах от 4 до 6 человек, часто вместе с родителями. К каждому индивидуальный подход. Трудности с моторикой, общением и развитием здесь преодолевают во всех смыслах играючи. На этих занятиях малыши перенимают друг у друга важные навыки – двигательные, разговорные, творческие. Очень много сенсорных, таких ритмично-сенсорных занятий и упражнений, с помощью которых ребенок открывается, раскрывается, то есть он вступает в какой-то контакт, он начинает сотрудничать, он начинает проявлять те навыки, которые, в принципе, в изолированной среде или в каких-либо других условиях проявить ребенку очень сложно. Например, упражнение «Веревочка» учит уступать, слушать друг друга, а еще оно развивает двигательную динамику. Такое важное упражнение, как «Платочек», позволяет преодолевать психологические барьеры. Ветер по морю гуляет, ветер парус раздувает, парус Сашу накрывает. Ищите Сашу. По словам специалистов, адаптация – это основная и самая важная ступень в развитии. Только после того, как ребенок привыкнет к новым условиям, начнет формироваться правильная моторика и речь. Родители отмечают, улучшения заметны уже после первых занятий. Коля стал очень контактный. Он стал взаимодействовать с людьми, с детками, особенно после групповых вот этих занятий. Появился музыкальный такт, ритмика появилась у него. Предречь. Техник воспитания детей с особенностями развития хватает, и, возможно, новое позволит малышам лучше чувствовать себя в окружающем мире, а значит, они станут чуточку счастливее. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.